Всем привет, я Данилов Вячеслав, мне 31 год, в спорт пришел, лет, наверное, в 25 я пришел сначала в качалку, начал качаться, а потом друзья, короче, ну, пригласили, говорят, давай на единоборство пойдем, короче, мы занимались ММА, вот, и, ну, я пришел, попробовал день-два, ну, и все, втянулся с тех пор, начал заниматься стабильно, и того уже на протяжении 5 лет. Стабильно занимаюсь смешанными боевыми единоборствами. Ну как, дополняю, последнее время не так уже. Хожу и на бокс, и на вольную борьбу, и на качалку по кроссфиту занимаюсь. Потому что определенного своего клуба нету, где бы я занимался, мог стабильно заниматься. Вот, поэтому приходится так. В Умставил пришел, увидел яркую рекламу в Инстаграме, да? Ну и мне как бы понравилось, да? Ну, так все красиво, ярко они разрекламировали. Ну и решил попробовать себя, пришел на отборы. По поводу соперников, как бы казалось выйти, наверное, было не то что страшно, да, больше опаски было выходить против первого соперника, потому что он был больше меня, тяжелее, поэтому я, ну, думал, как подойти к этой схватке. Вот. Ну, времени подумать было мало, это я в этот день приехал, в обед сказали, это твой соперник, и в общем, до вечера я подумал, как бы, ну, обдумывал, как это все сделать. Дай бог, выиграю гран-при, заберу пояс. Ну, я не люблю, конечно, заглядывать вперед, вот так вот загадывать, да. У меня еще впереди очень серьезный соперник. Вот, поэтому, ну, если бог даст, пройду гран-при, заберу пояс. Ну, а там буду смотреть, что предложит организация. Может, какие-то варианты. В предстоящем бою соперник у меня Антон Каприлов, да, ну, парень, видно, очень техничный, грамотный в этом деле, у него написано база бокс, но мне кажется, скорее всего, кикбоксинг больше у него, потому что ногами очень грамотно работает, и, ну, конкретно под него я не готовился еще до этого дня, не было каких-то определенных там тренировок у меня под такого соперника. Работаю в обычном режиме, тренируюсь. Конечно, там вот сейчас последние 2 недели я буду подбирать под него, короче, как сказать, ключ. По поводу участия в Лиге Own Style, семья относится с пониманием. Я не первый год в этом спорте. И всякое бывает, бывает, куда-то приходится ехать, готовиться. А здесь как бы рядышком час дороги, и я уже, считайте, на турнире. Бог даст, пройду гран-при, стану первым, там гонорар 100 тысяч, не такой большой, ну, может, пару соток еще сверху докинут, тогда, может, что и приобрету. В подготовке гран-при мне помогают мои братья, это Гарик, Макс, всегда со мной, также ходим вместе и по кроссфиту, и на борьбу вместе, и на бокс, как бы вместе тренируемся, занимаемся. И, ну, и два основных тренера есть, да, это Аслан и Карен, тренера по боксу. Тоже делаю свой вклад в мою подготовку. Им большое спасибо. Меня зовут Гарик Шадян. Со Славиком мы как бы общаемся уже, наверное, лет 5, наверное, если не больше. Познакомились в качалке. Как-то что-то заговорили с ним насчет там, ну, как бы, тренировок там по поводу там смешанных единоборств или каких-то там единоборств. Ну, как бы вот так вот дружим, стараемся всегда быть вместе. Я как бы тоже стараюсь всегда поддерживать, он меня тоже как бы. Такие вот дружеские отношения у нас. Как бы на тренировках мы постоянно как бы спаррингуемся там, и борьба, и ударка у нас, как бы, и лапы друг другу держим, как бы, ну, являемся друг другу спарринг-партнерами. К этому бою как бы подготовка идет как бы, ну, очень серьезная, как бы он сильно готовится, говорится, мы тоже помогаем ему, стараемся в этом. Вот, и как бы, я думаю, бой будет достойный, как бы, желаю ему победы только, поддержка с нашей стороны всегда в его адрес есть, поэтому, ну, желаю только победы ему. Промоушен не наше дело, например, я бы, думаю, составил бы хорошую конкуренцию Ушу-мастеру, парень именитый, с именем таким громким в этом, как бы, виде спорта, и, как бы, я думаю, я бы смог ему показать, дать хороший бой. По любителям дрался по краю здесь, у нас в Краснодарском крае, в Краснодаре, то есть, вот, ну и в Краснодарском крае. В Ростове выступал на промоушене, как организация, народный чемпионат Панкратион. Участвовал я в таком промоушене, это был
первый в России фестиваль ММА награждений на Fight Night. Дрался я в главном карде с соперником очень таким серьезным, с Игорем Егоровым. Конечно, я ему проиграл, да, ну, потому что у нас очень разные уровни были на тот момент. Сейчас я немножко подтянул, я думаю, сейчас бы дал бы другой бой. И этот Игорь Егоров, он нанес единственное поражение, забит Магомед Шарипову, который сейчас бьется в UFC. Вот и я ему проиграл. Ну, на голых кулаках, в принципе, если бы там по деньгам придавило бы и хорошо платили бы, может, подрался бы. Но, как бы, я понимаю так, что я даже в перчатках, допустим, дерусь, бывает, выбиваю пальцы. Ну, а на голых кулаках, я представляю, оно все переломается, как бы, ну, не хотелось бы долго заживать потом. Мое отношение к трэш-толку, наверное, я больше против, наверное. Ну, как бы, в плане меня, нет, мне так смотреть, мне нравится, когда все происходит, как там бойцы друг на друга газуют, там, так сказать. Вот, ну, а сам я не могу, я как бы пытался где-то там пошутить, что-то сделать. Ну, это так тут и заканчивается. У меня, не знаю, либо воспитание, либо характер, ну, что-то не дает развивать это дальше. По поводу конфликта Карена и Якуба. Ну, изначально, да, началось у них, еще до первого боя у них началось там непонятки, там они там ругались. Вот. А потом они подрались, Карен одержал победу. Вот. И Якуб Джону, ну, не понравилось то, именно то, что его слишком рано подняли, когда он был сверху Карена. И именно поэтому он так и на второй, на третьей пресс-конференции с таким возмущением об этом всем говорил, я думаю. Вот. За кого конкретно болеть, ни за кого не болею, как бы смотрю, ну, просто хочу посмотреть все-таки, как решится их проблема. Мне кажется, в конце им взять, пожать друг другу руки и все, после боя на этом закончить. А в лиге, да? Он ставил, есть хорошие ребята, да, ну вот в принципе вот сейчас в гран-при кто остался, я считаю, что вот они все достойные, да, что Каприлов, что Грицюк, достойные ребята, мне кажется, такие хорошие, боевые, крепкие. Заурбек тоже, да, такой парень с характером, крепенький, мне кажется, ну, самые вот топчики здесь, из бойцов еще, вот я считаю, он на кулаках дрался, ну, как по боксу, да, в моих перчатках, Шамиль. Ну, очень техничный в плане бокса, у него техники хватает. Да, момент карантина, у меня даже был момент, что вот до карантина я там год успел, я тренировал, сам начал тренировать по ММА, по вечерам, пацанов, да, там собрались, у нас хороший зал был, тут недалеко. Вот тренировал по ММА, и карантин все это прервал, все закрылось, все по домам, а тренировки как-то надо, ну, проводить там, ну, тренироваться самому, развиваться. Сначала мы первые, наверное, пару недель походили, поездили на речку, на речке на Тамбе тренировались, чтобы там нигде сильно не светиться, чтобы нас никто не разогнал. Затем друг моего друга Гарика предоставил нам помещение, он там, в будущем будет ресторан, а на тот момент, пока она была свободная, мы скинулись с компанией, купили маты, что-то там из инвентаря взяли, постелили маты, ковер и проводили тренировки в момент карантина так же стабильно, как и в обычной тур. В гран-при в паре Грицюк-Заурбек, как бы обои парни крепкие, хорошие. Блин, отметить того, кто все-таки выйдет победителем из этой пары, трудно, конечно, но я думаю, все-таки с каким-то небольшим преимуществом, наверное, это будет Грицюк. Моя физическая форма, я не думаю, что сильно поменялась от начала турнира. Вот. Ну, я стараюсь каждый раз, на каждой тренировке выкладываюсь по максимуму, стараюсь добавить от тренировки тренировки, стараюсь добавлять во всем, в физике, в технике. Своему сопернику хочу пожелать хорошей подготовки, без травм. Давай покажем красивый бой. Меня зовут Каприлов Антон. Я проживаю в городе Новороссийске, занимаюсь боксом. Что еще говорить?
У меня есть хобби, да, я занимаюсь футболом, я с детства, с 10 лет меня отдали на футбол. И по сей день я играю в Новороссийской футбольной лиге, занимаюсь футболом, это мое хобби. Решил выступить в Women's Style, мне позвонил друг, потому что и предложил, сказал то, что рядом с домом заварушка намечается. Ну и предложил, позвонил мне друг Коля Карагёзов, Николай Карагёзов. Предложил выступить, подраться, попробовать свои силы. Я согласился. Я же не мог пропустить такую вечеринку. Самый сложный бой мой был, это второй бой с Кириллом Косько. Потому что он очень неудобный противник. Он очень высокий. Я об него выбил ногу, сломал руку левую. Ну, короче, очень много травм было с ним. Поэтому он самый неудобный противник для меня был. Это был самый трудный бой, как бы. А, не знали, да? Ну, я не распространялся, как бы, но и не скрывал. Кто-то знал, кто-то не знал. Я не смотрю наперед сильно далеко. У меня сейчас есть бой, я на нем концентрируюсь, я к нему подготавливаюсь. А там после боя уже посмотрим, что дальше. Ну, особо каких-то мыслей там положительных или отрицательных эмоций нету к сопернику, потому что я его не знаю. А то, что я от него жду, борьбу, он же борец. И как бы не секрет то, что я ударник, он об этом знает, я уверен. Он будет идти в борьбу, я жду от него борьбы. Но при этом я буду навязывать свой план боя. А там уже по ситуации разберемся, посмотрим. Честно говоря, за хардкор, вот мне предлагали несколько раз там подраться, мне не интересно это, на голых кулаках мне не интересен бой. Если говорить за бои, там, за смешанные единоборства, допустим, взять организацию Fight Nights какую-нибудь, то там есть пару бойцов. Нет, не назову, это секрет. Честно говоря, для меня это жестоко сильно, мне не нравится. Мне более, я ближе к искусству, мне нравится больше бокс, он красивее. Голые кулаки для меня это мясорубка. И ну, смысла я не вижу там, тем более молодым бойцам туда заявляться и драться там, терять свое здоровье. Если бы хотя бы платили какие-то деньги, которые стоили того, хотя какие деньги могут стоить здоровье? Не знаю, я думаю, это ну, с моей стороны, лично мое субъективное мнение, это неразумно. Трэш-току я не люблю много разговаривать вообще, в принципе. Ну и трэш-току отрицательно отношусь. Я считаю то, что бойцы должны показывать себя в ринге, а не на словах. Не получается по работе. Да, но это первостепенная отмазка. Да. Я потому что понимал, что я, если скажу, что я не приеду, начнутся вопросы. И очень много вопросов будет. Почему? Если в финал выйду, обязательно приду на конференцию, обещаю. Хорошо. Я, честно говоря, не задумываюсь далеко. Ну, я на бой сконцентрировался, который сейчас есть. Но так, у меня есть мысли о том, то, что я бы на чисто на кулаках, на перчатках. Стойки? Да, чисто в стойке, даже без ног, просто бокс. Мне интересен бокс всегда был. Ну, я ближе к стойке, ближе к рукам, ближе к стойке, потому что вот даже второй бой, который был с Косько, с Кириллом, он, честно говоря, от него эмоций таких, которые я ожидал, я не получил. Он мне показался какой-то брутальным, добивание сверху, вот это все, оно мне не очень интересно. Мне нравится красота, бокс, искусство. Да, я всегда, если мне приходит предложение подраться, я никогда не отказываюсь, конечно. Ты же меня убьешь. Я буду поддаваться. Айфон куплю. Всем привет, меня зовут Леонид. Я главный тренер команды TGS. Своего бойца Антона я знаю уже очень давно. Мы вместе идем с ним, проходим один путь с самого детства. Вместе друг друга тренируем, вместе развиваемся. И вот по сей день так получилось, что сейчас он решил, скажем так, драться. И я принимаю непосредственно самое главное участие в его подготовке. Вот. Я занимаюсь конкретно тренерством с 2016 года, даже нет, с 2015, ну уже получается 6 лет. Вот. Ну, основная процессия это бокс, но также, в принципе, мы изучали все виды боевых искусств с Антоном. Ну и, в принципе, этим живем, это дело любим, это наш хлеб, это
наша любовь, скажем так, любовь всей жизни, наш путь. Вот. Об Антоне могу сказать, что он очень целеустремленный, очень сильный. Он воин, внутри он воин, снаружи он воин. Он постоянно растет, никогда не стоит на месте, всегда развивается. Очень сильный характер, очень сильный дух у него. И я думаю, все его соперники почувствуют этот дух и этот тяжелый удар на себе. Нет, я не рассматриваю абсолютно для себя боевую деятельность, я не рассматриваю, потому что я конкретно занимаюсь тренерской деятельностью. То есть я целенаправленно настроен на то, чтобы тренировать. Потому что если, как сказать, свое я уже отодрался, отвыступал. Если сейчас я перенаправлю свое внимание еще на бои, то тогда я начну распыляться, и то внимание, которое я должен уделить своим подопечным, а у меня не только Антон, это дети и взрослые, соответственно, мне нужно направить внимание именно на процесс обучения и процесс развития. Поэтому такой вариант я абсолютно для себя не рассматриваю. Много кто спрашивает, но для меня это как бы табу. Табу. Вот так. Пояс повесим в своем новом зале TGS, который скоро откроется. Ну, еще не совсем скоро, но планируем следующим летом уже открыть свой собственный зал TGS. И вся информация будет в Инстаграме, в моем Инстаграме об этом. Пока что мы все инкогнито у нас. Вот. Соответственно, пояс повесим там, в новом зале. Меня зовут Кулешов Егор. Я на данный момент являюсь спарринг-партнером Антона и помогаю ему подготовиться к предстоящему бою. С человеком с этим иду уже очень давно по жизни. Все началось, конечно же, со спортзала. Пришел в зал бокса и там первый раз увидел его лицо. Но со временем уже все переросло в более что-то серьезное. Не только начали встречаться в спортзале, познакомились и общие мероприятия, вот все, что есть в жизни, наверное, праздники, просто какой-то досуг, уже везде вместе, знаем друг друга от и до. Поэтому не могу сказать, что это просто мой спарринг-партнер, это мой близкий друг, и в любом случае... Да, в любом случае двигаемся вместе, я всегда за его спиной. А здесь еще такая возможность... Обратился ко мне с помощью подготовить его к бою, поспарринговать с ними. Человек платит мне деньги за то, что я пропускаю удары от него, как бы тем самым, наверное, тренируя свою какую-то точность попадания. Поэтому я вообще, для меня это предложение, от которого, наверное, никогда не отказываюсь. Мне еще никогда близкий друг не платил деньги за то, чтобы я от него удары пропускал, потому что всю жизнь это было как-то по-другому, всю жизнь это было бесплатно, а тут поэтому отказать не смог ему. И что касается предстоящего боя, я от себя, все, что от меня нужно, я готов ему отдать, передать, только чтобы ему подняли руку. В бою желаю ему только победы. Я уверен, что он будет первым. У меня сомнений в этом нет. Поэтому дальше все в его руках. Всем здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я тренер Антона по борьбе. Нет-нет, в космос его запускаю. Его учу запускать людей в космос, самому туда не улетать. Он трудолюбивый, целеустремленный. Хорошо спрогрессировал в борьбе за последний промежуток времени. Всей командой стараемся, помогаем ему, кто чем может. Все верим в него, знаем, что он чемпион, знаем, что он выиграет. Он воин, гладиатор. Победа будет за ним. Идет? Я не знаю. Все можно говорить? Да, просто говори. Зовут Антон. Отношусь к Чике очень хорошо. Это коуч, один из самых лучших. Учит, очень много говорит о жизни, преподает свои науки бокса. Лучший из лучших, что сказать, я в него очень сильно верю. Зовут Макар. Антон Чика. Я не понимаю, что мне говорить. Я даже не знаю, что мне сказать. Я не понимаю, что меня заставишь. Короче, зовут Рома. Опа, смотри, вот это вообще сейчас скажет. Я Рома.
У меня есть хороший тренер Антон. Он меня многому научил за это короткое время. И я бы хотел ему пожелать удачи в предстоящем бою. Меня зовут Макар. Антон мой друг, и я ему желаю удачи в предстоящих боях и в будущем. Дай 2 секунды добавлю, потом сможете в этот вставить. Да. Я уверен, что он будет номер один в этом гран-при, что он заберет 100 тысяч и отдаст их мне, потому что он мне должен деньги. И Антон, ты должен стать первым, потому что долги нужно отдавать. Вообще мы поначалу просто дружили, нас связал спорт, а потом образовалась команда целая. Ну, кто-то раньше появился, кто-то позже, и у нас собралась команда. Мы сейчас вместе тренируемся. Это не просто команда, это как семья. Мы вместе отдыхаем, мы вместе все делаем и тренируемся. Теперь мы уже с многими людьми двигаемся по жизни. С кем-то 10, с кем-то 15 лет. Это, ну, мы все друзья. Вместе отдыхаем, вместе тренируемся, все делаем вместе. Мы как семья. Честно говоря, я не хотел долгое время заниматься тренерской деятельностью. Вот как раз-таки Леонид меня долго призывал к этому. Я не хотел, но все равно все дороги ведут в зал, как оказалось. И вот сейчас я начал этим заниматься, я понял, что это мое. Мне нравится эта сфера. Я чувствую себя комфортно в этой сфере. Ну и начинаю двигаться, потихоньку развиваюсь. Да, я тренирую детей. В основном я занимаюсь индивидуальными тренировками, но также у нас еще есть дети, которых мы готовим. Уже, возможно, они в будущем свяжут себя, свою жизнь с боксом. Может, с любительским, может, даже с профессиональным. Пока мы сильно не загадываем, но они тренируются в таком в упорном режиме постоянно. Мы натаскиваем их, и у них спарринги постоянные. А в будущем посмотрим. Возможно, они будут хорошими действующими бойцами.